Владимирская область получит порядка 40 миллионов на сохранение памятников культурного значения. Об этом стало известно на оперативном совещании в Рио губернатора Александра Авдеева. Эти деньги регион получит из средств федерального бюджета. Всего же Министерство культуры выделило более 500 миллиардов рублей на поддержание объектов культурного наследия. В этот перечень занесены 56 памятников из 13 регионов Северной, Северо-Западной и Центральной России. Владимирская область получит денежные средства на сохранение 4 храмов. Примерно по 10 миллионов рублей будет на объект по консервации. Какие 40... объекты? Мы можем перечислить? Да, конечно. У нас Никольская церковь, Суздальский район, в селе, соответственно, Лопатницы. Объект культурного наследия Петропавловская церковь, город Юрьев-Польский. Покровская церковь, Собинский район. И Казанская церковь, Меленковский район. Вот эти объекты все согласованы с метрополией, с Министерством культуры. И, соответственно, они будут финансироваться.